Уже пятый год Смоленское движение поисковых отрядов объединяет особенная дата – 18 февраля. День поисковика Смоленщины отмечают более 70 групп, которые работают на территории региона. Важный вклад в восстановление истории судеб участников Великой Отечественной войны вносят и отряды Десногорска «Высота» и «За Родину». Проводится эта работа, несмотря на погодные условия, и в жару, и в холод. Несмотря на то, что у многих у вас семьи, есть свои заботы и свои проблемы. Но как наступает весна, вы уходите в поля. Результатом работы десногорских поисковых отрядов за прошлый год стало обнаружение 118 солдат Красной Армии. Найдено более 30 медальонов, восстановлено 12 имен. Благодаря этому несколько бойцов Красной Армии обрели покой на своей малой родине, городах и селах областей других регионов России, откуда когда-то ушли на фронт. Эта полная самоотдача работа была отмечена благодарственными письмами от главы Десногорска, грамотами Комитета по культуре, спорту и молодежной политике города и Центра культуры и молодежной политики. Вы военный пенсионер, но покоя на пенсии нет, я прекрасно понимаю. Служу поиску Десногорскому. Важная особенность современных поисковых отрядов – участие и интерес молодежи. Юные смоляне вместе с опытными наставниками продолжают исследовать поля сражений, вдохновляясь найденными артефактами и отголосками прошлого. А это значит, что дело поисковиков будет жить и дальше. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.